Громкий во всех смыслах приговор вынесут Испании. Полгода тюрьмы получила всемирно известная оперная дива Монсеррат Кабалье. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов. Установлено, что в 2010-м певица оформляла контракты на свои выступления через фирму «Вандори», хотя на самом деле проживала в Барселоне, не доплатив таким образом в испанскую казну около полумиллиона евро. Кабалье свою вину признала и уже закрыла задолженность перед государством. Теперь ей предстоит выплатить еще около 250 000 евро в качестве штрафа. Se añadió.